Слепой альпинист Иван Ерхов совершил восхождение на Эльбрус. 18 августа 2020 года в 8:00 мы взошли на самую высокую точку Европы, на западную вершину Эльбруса, 5642 метра, сообщил Иван в своем инстаграм-аккаунте. Ранее слепые альпинисты уже совершали восхождение на Эльбрус, однако они были незрячими с рождения. Иван Ерхов стал первым в истории человеком с приобретенной слепотой, которому покорилась высочайшая вершина Европы. Глава муниципалитета Андрей Иванов поздравил альпиниста с достижением.